Acer Aspire 5920G. Замена термопасты. Для начала ноутбук необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Acer Aspire 5920G». Система охлаждения ноутбука устроена таким образом, что за время эксплуатации ноутбука термопаста теряет свои теплопроводящие свойства и требует своевременной замены, а ячейки, пропускающие воздух возле кулера, забиваются пылью и требуют чистки примерно раз в полгода. Наносим термопасту тонким ровным слоем на камень процессора и северный мост. Поднимаем силовой шлейф и аккуратно заводим трубки радиатора с боков. Фиксируем радиатор винтами. Винты нужно прикручивать по диагонали. С помощью пинцета подключаем шлейф кулера. Затем укладываем силовой кабель. Устанавливаем модуль Wi-Fi для фиксации провода. Фиксируем двумя винтами часть радиатора, предназначенную для охлаждения видеочипа. Салфеткой или тряпкой удаляем с видеочипа термопасту. В особо тяжелых случаях можно использовать растворитель или жидкость для снятия послепаечного флюса. Наносим термопасту на поверхность камня и вставляем видеокарту в разъем PCI-Express. Фиксируем видеокарту винтами. Все, термопаста заменена.